Александр Лукашенко завтра встретится с президентом Кубы. Мигель Марио Диас-Канель Бермудес посещает Беларусь с официальным визитом. Пройдет несколько раундов переговоров, на которых обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Определят перспективное направление для дальнейшего сотрудничества. Особое внимание планируется уделить торговле и экономике. В частности, вопросам реализации совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, информационных технологий. Итогом будет подписан пакет международных документов. Японские бизнесмены готовы построить в Беларуси современный дом престарелых с учетом собственного опыта и стандартов. Об этом было заявлено в Верхней палате парламента на встрече с делегацией предпринимателей из страны восходящего солнца. Визит проходит в рамках договоренности, достигнутых на экономическом форуме, который Беларусь провела в Японии в этом году. По итогам заседания 10 японских компаний намерены инвестировать в белорусскую экономику. Мотивацию в системе госуправления, роль цифровизации и развитие института госслужбы обсуждают в Минске представители 20 стран. Экспертная площадка, где собрались участники из Бельгии, Польши, Румынии, Франции, Казахстана и других государств, стала Академией управления при президенте Беларуси. Мероприятие организовано совместно с Советом Европы и Астанинским хабом в сфере госслужбы. На протяжении 2 дней участники обсудят подходы к развитию института государственной службы и обменяются опытом. We'll be right back.